пилю еще один видосик о навигации. Ребята, первый месяц попадали мы жестко, и километраж лишний, и в лес заезжали, и в этот. В общем, идеально пользоваться этой навигацией, чтобы у тебя была либо с планшета, либо навигатор, плюс карты Google на планшете, чтобы ты видел, где ты, что ты, где ты находишься, где ты движешься. Вот так, чтобы ты себя видел. Потому что навигатор может тебя ведет, раз поворачивает тебя где-то там в щебенку куда-то, в посадку. А ты по карте видишь, что тебе прямо по трассе и направо твоя фирма. И забиваешь на навигацию, едешь по Google картам. Ну, использовать ее как навигацию нельзя, потому что она проложит путь для легковых машин. И на фуре ты можешь заехать. В село я заезжал не раз, там еле разворачивался, это просто было жесть. Первые дни начинал без навигации, потому что не могли установить. На Android не устанавливаем. В двух местах был, на Android не устанавливаем, только на навигатор. Ну потом функции дали навигатор. Ну, то есть надо пользоваться ими в паре. И туда смотреть, плюс смотреть на разметку, на знаки, изучать. Получается, я там привык дома с закрытыми глазами на бусе на своем катаюсь. Нет ни развязок, ни акведуков, ни мостов, ни направлений, то одна дорога. То тут все это есть. Если ты повернешь не туда, то будешь ехать 10 километров до разворота. Туда, 10 назад, это просто жесть. Это просто жесть, поэтому лучше остановись. Вот и посмотри. Можешь на кольцо, если заехал, делай круг, два, пока вот у меня было на кольцо заехал, завис планшет, этот, навигатор завис, спутник потерян, и я не знаю, куда ехать. Я не... То крутись, раз, и перед тем, как ехать, посмотри направление. Какие города крупные у тебя по дороге, чтобы ты ориентировался по знакам, по разметке подорожной, где какая трасса, вообще перед тем, как выезжать, изучить трассу. На Google картах, там, посмотри, с какой на какую трассу перепрыгнуть, туда. И уже, чтобы ты примерно имел представление. Ну так нельзя просто, забил навигатор и поехал. Он может проложить тебе вот такой круг. Пацан забил вообще одинаковое название город и села, и он уехал через всю Польшу в какое-то село, и ему звонят уже, куда ты заехал. Надо смотреть индекс, есть индекс, к городу идет. По индексу сверять еще лучше координаты. Координаты вводишь в Google карты, ставишь точку, высвечиваются координаты. Чем он хорош, Google Map, ты можешь поставить спутник и приблизить место загрузки. Потому что планшет, навигатор может тебя привести на пожарный выход какой-нибудь в село, где ты будешь задом сдавать. Как я сдавал задом, в лесном кольце пытался развернуться. То есть со спутника ты приближаешь, смотришь, где заезд, где фуры стоят, как подъехать, ставишь точку, едешь именно на ту точку и плюс поглядываешь в планшет, где ты едешь, куда едешь, как едешь. С ними работать надо в паре, плюс знаки, плюс разметка, все это надо смотреть, на все это обращать внимание, все изучать. Лучше потратить на это полчаса какие-то, но потом не делать лишний километраж. Так же само зеркало. Вот когда ты там видишь толпу, которая рвется тебя обгонять, там, псешут, нервничают, забей на них. Забей на них и вообще не думай. Ни в коем случае не делай так, что ой, сзади толпа, ой, поверну-ка я сюда. Ни в коем случае. Поверну-ка я сюда, ты можешь попасть в какое-то село, где ты не сможешь развернуться, и задом придется сдавать на кольцо. Остановись, пусть стоят, пусть мусишь чекать, как они говорят. Хай чекает. Я раз заехал в кольцо и не туда пошел. Уже начал спускаться. Я по тормозам аварийку. Еще и по тормозам штора закрылась. Не туда еду, плюс штора закрылась. Я аварийку включил, встал, штору открыл. Они стоят сзади. Я на аварии. Я задний ход включаю. Может не туда ехать. И они нормально объехали. Я назад сдал и поехал куда мне надо прямо.
Так что останавливайся по барабану, не ведись на эту толпу, которая сзади едет, тебя поджимает, там пытается обогнать, могут сигналить, там. Вот так вот. Вот такие вот пироги. По навигации. Так что вот так вот. Едьте, ребята. Как раньше мужики ездили вообще без навигации. Это вообще герои, я не знаю. По картам, по этим. Ты не знаешь, где ты находишься. Карты, эти листаешь. Тут хоть Google карты, ты можешь видеть точку, где ты находишься. А там вообще и обочины нету. Стать, вот ты едешь, нету обочины, нету тебе как стать, посмотреть, где ты, как ты. Я вот так еду, планшет на полу, крепления нету. Я одну руку, глаз один на дорогу, второй планшет. Постоянно то с дороги начинаешь съезжать, то это, то, короче, это жестко. Обочины нету, просто можно в остановку вставать. Там, ну, очень мало, где ты можешь встать. Так что, можете... Изучайте сразу все карты. Google вам в помощь. Так, не вписался, аварийку назад, не туда поехал, все ждут. Пошли бегать. Ну, нормально, этот поймет. Если ты не вписался, тебе надо тулить фиг знает куда, чтобы развернуться. Попал в дупу, ищу завод пепси-колы, езжу полями, садами, ну все по такой дороге, это жесть просто. Google, блин, для легковушек, это жесть, срочно нужна навигация для грузовиков, это, блин, уже я второй раз попадаю в дупу, он вводит меня на все узкие дороги, это жесть. Просто. Не стоит верить навигатору. Поворачивает направо. Под 8 тонн. А Google карты показывают, что можно проехать прямо. И повернуть направо туда, куда тебе надо. Вот так. Что вытворяет, да? Куда? Более туда дал. Теперь влево. С ума сошел. Туда, куда всего повел. О, нашел. Люблю моего прима за вот этот девайсик.
показывает, съезд сюда, молодцы. Сворачивает по навигатору. Вам навигатор ведет сюда, и он собрался поворачивать. Этот монстр, блин, ведет, смотри, не может найти дорогу. Новый поворот показывает сейчас. Влево. Я еду, 40 тонн. Сюда, как вариант, можно поехать. Красавчик ты просто. Что тут скажешь? Через 180 еще один поворот. А, нет, вот, вот. Вот он. Оп, переложил. 91. Заглянул в Google, увидел другой путь. Он 9 километров меньше судой. А он вел другой дорогой. Так что сюда надо заглядывать, ребята, постоянно. Он вел меня через Минск, через верх круг. А я пошел через низ. Ну, в общем, Google надо смотреть. Потому что навигатор ложит как хочет. Переложил только что 75 на 60. Нормально. Вот что значит смотреть Google Map. 75 было, сейчас раз 60. Вот так вот Google Map. Если заглядывать, можно сокращать путь. Потому что навигатор ведет по-своему. Вот это самая классная кошка. 97 км по прямой. Едем и не думаем, куда сворачивать. Поиски загрузок, выгрузок. Отдых. Включаем круиз. 85. Разбуваемся. Ноги на ширине плеч. И вперед. Вперед из песней. Вот, ребята, что такое навигатор. Если видно. Еду по трассе. Ехал, ехал. Пошел по полям. Спутники пропали. Может, из-за погоды. Блин, надо пролаживать маршрут самому. Указатели, знаки, это, блин. Сейчас он есть и сейчас его нет, этот навигатор. Второй мост уже на протяжении километра для зверей строят, чтобы они с леса в лес ходили. А у нас поломался мост. И говорят, да пусть живут люди на левом берегу, а вторые на правом. Для людей. Моста нету, пусть те живут там, те живут там. Тут для зверей на протяжении 2 километров два моста, переход с леса в лес. Ай-яй-яй. Сразу же включаюсь, третий мост. Не знаю. Съездов не вижу, может и сделают, может это автомобильный будет. Но те для зверей, я их уже знаю. Толщину видно покрытие. Вот делают, уже асфальтик положили.
недавно. Метров 20. Бетон! И едем по бетону. И справа льют бетон. Подложка. Красавчики. Все, колечко сделано. Я начинал, все было разрыто. Все, разметочка, колечечко, все есть, все сделано. Митц их загнал на кольцо. Молодцы, молодцы, ребята. Делают быстро, качественно. Вот здесь месяца полтора назад были две коробки. Сейчас уже все готово, продам. Ну, даже на балконе. Два балкона с цветами, уже кто-то живет. Все быстро делается. Тротуарку сделали. Кто по ней будет ходить? Один какой-то непонятный дворик. Пруд. Вот месяц прошел, лежит асфальт, мост, тротуарка. Два дома каких там. То не дома, а заправка. Какой-то отельчик и заправка, и между ними тротуарка. Так, и здесь дом. И тут один дом. Все, отель, заправка и дом. И понад лесом тротуарная плитка, аллея. Куда едем? На Варшаву погнали. Фура Скания. В управлении легче, чем мой DAF. Есть ручник. А вот скоростя. Это вперед, а это назад. Вот и вся кулиса. Плюсик добавляешь, едешь быстрее, медленнее. Кондейчик дует. Что я скажу? На этой фуре легче ехать, чем на моем дафике 400-м. Стоим в пробке. Выйти бы в траве поваляться. Ну негде стать, поэтому и вся обочина чистая, потому что нельзя негде стать. За бортом 42 под моторным отсеком. 43. А у нас дует кондейка. Кондейка дует. Нам легче.
Мне одному из 10 попалась машина с кондером рабочим. Никто не верит, ничего себе. Даже не потеем. Учебная машина с кондером. Везет так везет. Вот и все устройство фуры. 6 подушек, 6 ступиц. Фуру гений придумал. А КПД оттянет по 25 тонн. И тягач. Тягач тянет, главное мотор. И подушечки. Молодцы, ребята. Кто придумал фуру, вы молодцы. Тянет в 10 раз больше, чем бус. А соляры потребляет в 3 раза больше, чем бус. А тянет в 10 раз больше, чем бус. Вот так вот. Молодцы, ребята. Котлетосики. Фаршик ложечкой. Сковородочку. Эх, Вовка уезжает. Котлетки горяченькие сейчас будут, а Вовка уезжает. Кстати, присолить надо бы их. Сейчас присолим. Арсеналы. Присолить котлетки. На котлетосике. Сейчас приправим их в помидорчики с грибочками. Под лимончик сбатаем. Нечего делать, смотри. Вторую сторону просалим. Вот такое. Сделаю ход конем. Посолил. Зелень. Перчик. Приправа до мяса. Чуть-чуть, бо соленая. Ой. И тут будем мешать его вилкой. Вот так, котлетки, котлетосики. Так, вот бумажка от воды. Опа, мусор. Вот так вот. Не могу куда камеру поставить. Мешаем вот так, крупным планом. Соль, перец. Так, тут что? О, хороший цвет. Майже готові. Котлети фаршированные. Да, нефиг делать. Горячие котлетки. Домашние типа. Все, первая партия ушла соседу по паркингу, Вовке. Отнес. Горяченького что-то рубанет. Жарим дальше. Может, еще кто подъедет. Съедать надо все. Холодильника нету. Вот так вот. Готово. Грибочки, перчик, помидорки.
Поехали. Ночь, похожая на день, свет отбрасывает тень.